Подгорный, 9. Стены трещат, коммуникации полностью изношены. Жители давно мечтали переехать из аварийного дома и с нетерпением ждали переселения. На этой неделе 10 семей покинули старые квартиры и заехали в новостройки Ясного жилмассива. Кто-то сегодня впервые увидел свое новое жилье. Просто мечта. Сказочная. Пластиковые окна, новая электрическая печь, сантехника. Квартиры оснащены всем необходимым и полностью готовы к использованию. Это туалет с ванной. Туалет с ванной, тут сделано все уже. В ближайшее время также получат ключи от новых квартир жители старых домов на Элеваторной и Коммунистической улицах. Собственники квартир Комсомольской, 20, переедут в конце ноября, начале декабря в девятиэтажку на Советской улице.